Здравствуйте, дорогие друзья! Есть у меня несколько друзей, которые принадлежат традиции индуизма, и периодически они мне пишут письма прямо на почту. Я думаю, они догадаются. Я чаще всего читаю, но не отвечаю. То есть, знаете, как-то так складывается, что, по всей видимости, людям просто иногда нужно мне написать, но они не ждут ответа. Я и не отвечаю поэтому. То есть это чувствуется в самом письме. И вот там была такая фраза относительно бога Брахмы, что Брахма – это запредельное существо, великое существо, совершенное существо. А до этого я записал ролик, в котором упомянул, что Брахма в Кали-югу, он является падшим существом. Да? То есть это божество, которое описано в священных писаниях, в частности в Падма-пуране, в Калки-пуране. И там говорится, что Кали-юга начинается из-за того, что грехи самого Брахмы падут ему на спину. Да? То есть причина изначально в нем самом. Если бы он не позволил своему уму погрузиться в какие-то нечистые элементы, наверное, Кали-юга и не началась бы. Но с другой стороны, все это опять-таки было предсказано еще до этого. И естественно, и Брахма, и все остальные божества, они выполняют определенную свою миссию, свою роль и так далее. Так вот, можно ли видеть действительно вот эти вот элементы, связанные с Брахмой? И мой знакомый написал, что это в принципе невозможно, это запредельное духовное существо, и это действительно великое божество. Я не спорю, на самом деле, да, это действительно великое божество, но видеть его возможно. Опять-таки, все зависит от вашего уровня, от степени развития ваших энергетических центров, чакр, да, от степени развития вашего третьего глаза. Знаете, мы когда ездили во Вриндаван год назад, то у меня были друзья, которые не очень вообще как бы принадлежат традиции индуизма. И я даже скажу больше, они даже мясо кушают. Но в качестве старта я беру многих своих друзей, и мы едем, обязательно прикасаемся к традиции индуизма. Вот. Так вот, женщина, и у нее, ей, по-моему, за 50 лет, и у нее было очень необычное сновидение, где-то приблизительно спустя неделю после того, как мы приехали в город Вриндаван, и она видела старца, который сидел на облаках, и который с ней общался, и который даже ей там что-то, по-моему, ответил, не помню дословно, какой там именно был знак, но она получила знак или знамение, связанное с богом Брахмой. И она так же, как он описан в ведических писаниях, он выглядит как старец, у которого седые волосы на голове, седая борода, обязательно он сидит на троне, обязательно перемещается, по-моему, на лебеде, на белом лебеде, да, то есть всегда присутствует именно белый цвет. Так вот, ну представьте себе, даже вот она, как бы человек, который только-только-только начал прикасаться к традиции индуизма, в то же самое время она уже получила знак о том, что Брахму видеть можно. Это связано, еще раз хочу сказать, с тем, что уровень Брахмы очень сильно понизился, и он, видимо, позволяет себе являться другим людям, ну или возможно, что благодаря благословению духовных существ, мы же были во Вриндаване, это очень святое место силы. Естественно, люди, которые там находятся, у них всегда, практически у всех, происходят откровения. Да? Люди, которые находятся в нечистом состоянии, их обычно Вриндаван изгоняет. Они не могут там находиться и дня, или двух, а некоторых так вообще не пускают во Вриндаван. У меня, кстати, был случай, когда человек хотел поехать с нами в Индию, а сложились обстоятельства таким образом, что его просто не пустили, его даже из России не выпустили. То есть, на самом деле, как бы здесь вопрос даже не в людях и не в окружающих нас друзьях или родственниках. Вопрос в том, что духовным существам них не захотелось, и неприятно, наверное, было видеть этого человека в столь святом городе. И действительно, спустя какое-то время произошли события, которые полностью подтвердили внутреннее, скажем так, негармоничное состояние этого человека. То есть этот человек, в принципе, как бы недостоин был того, чтобы ехать в столь святой город, и, конечно же, его просто не пустили. Это вот такой вот элемент. И я сегодня расскажу несколько видений, которые связаны с моими переживаниями с богом Брахмой. Я также его несколько раз видел. Не хочу сказать, что мне он интересен, и он никогда не бывает мне интересен, но
по своей судьбе могу сказать, что некоторые изменения судьбы, которые произошли в моем случае, произошли по его воле. Да, то есть где-то, возможно, мое рождение было ему неприятно, и он, скорее всего, начал где-то чудить, мешать и так далее. И спустя вот уже какое-то время у меня было несколько видений, связанных именно с Богом Брахмой, и я к своему большому удивлению понял, что некоторые события, которые произошли в моей жизни, произошли не потому, что они принадлежат моей жизни, а потому, что они являются внешним фактором. И давайте сразу же начну. Я во время медитации видел некий небесный мир. И в этом небесном мире были видны определенные дворцовые сооружения, да, то есть определенные лока или же мир, в котором жил Бог Брахма. Причем я видел с большого расстояния, я видел это божество, которое парило в этом дворце. Но это все происходило на небесах, это не на земле. Хотя, кто знает, может, он на земле есть, может быть, родился. И когда я увидел его небесную сферу, ту локу, в которой он находится, в это время я продолжал выполнять особую практику, связанную с начитыванием мантры. И в то же самое время, благодаря мантре, проявлялась в моем случае способность или ситха управления реальностью. Да? То есть, в какой-то момент, приметив, что в его дворце почему-то присутствует моя энергия, я решил ее извлечь. Да, я просто продолжал начитывать мантры, и когда благодаря моему намерению и начитыванию мантры увидел, что из этого дворца, в котором жил Бог Брахма, начинает выходить очень красивая, такая, знаете, как бы нежно-голубая энергия, и эта энергия, когда начала покидать эту небесную сферу, то уровень дворца самого Бога Брахмы и уровень его трона, и уровень, и даже сияние одежд, и сияние даже, наверное, самих небес начал тускнеть. И благодаря мантре та энергия, которая оттуда начала уходить, как бы она, выйдя, вернулась в меня, а многие сооружения, которые принадлежали самому Богу Брахме, они утратили свой какой-то лоск, свое сияние. Ну, представьте себе, допустим, дворец был высотой, ну, метров 10-15, а из-за того, что благодаря мантре энергия ушла из его дворца и вернулась, скажем так, в меня, уровень его дворца понизился раза в 4, да, то есть если был до этого метров 15, то так он остался там метра 3-4 всего лишь. И в то же самое время я почувствовал, что, причем я увидел тот двор и свое детство, увидел своих бабушку и дедушку, маму и папу, и я понял, что это души, это родители, у которых я родился и у которых я вырос, они не имеют никакой кармической связи со мной. Это души, которые имеют непосредственно кармическую связь с Богом Брахмой, а по большому счету искажение, которое произошло в сам момент рождения, оно вынудило родиться у меня, у этих именно родителей. И когда энергия вернулась, вот, в то же самое время энергия моего детства начала возвращаться к Богу Брахме. И вот здесь, вот, когда происходили вот эти вот события, осознал, что то влияние, которое происходило еще в детстве, в момент рождения, это все влияние на самом деле Бога Брахмы. И именно поэтому я столь уверенно говорю, что в Кали-Югу данное божество, оно падшее. Именно поэтому его не почитают даже в самой Индии. И не существует традиций, в которых бы он принадлежал, и чаще всего всех демонов благословлял именно Бог Брахма, а потом же страдал за это. Но я так понимаю, мы все ведь сталкивались с традицией индуизма, и каждый из нас читал данное произведение, и, наверное, нет ни одного демона, которого бы не благословил Бог Брахма. Это тоже, знаете, как бы такая вот особая духовная подсказочка, что, ну, как бы с Богом Брахмой там не все так, как нужно. Но, опять-таки, это все было предсказано еще давным-давно.
в Ясадевой, когда он описывал события будущих времен, то есть наших времен и будущих, и предыдущих. Его написывал и события, связанные с Брахмой, явление демонов, явление аватаров, явление святых душ и так далее, и так далее, и так далее. Все это описано в священных писаниях. Еще раз хотелось бы добавить, что та энергия, которая возвращалась, она также еще связана с энергией денег. То есть не вся энергия, но частично, ну процентов на 10, она связана именно с энергией денег. То есть в моем случае, по всей видимости, воздействие оказывалось с какой-то непонятной целью еще и на материальное благополучие. Также стремлюсь подчеркнуть, есть у меня друзья, которые спрашивали относительно того, как выглядит энергия денег в духовном мире. В духовном мире энергия денег выглядит как ваша собственная энергия, энергия вашего астрального тела. И в материальном плане деньги – это проявленная энергия нашего астрального тела и духовного тела. Да? То есть, чем сильнее астральное тело, чем чище оно, тем, соответственно, чище наши деньги и, естественно, тем выше их уровень и качество. Еще раз, дорогие друзья, подчеркиваю качество, потому что благополучие бывает как бы благочестивое и не совсем. Да, то есть деньги бывают честно заработанные, а есть деньги, которые заработаны ложью. Точно так же, как и богатство, это один из признаков демонического существа. Не только благополучие является признаком чистоты души, но еще и признаком демонического существа. Еще раз подчеркиваю, все зависит от того, каким образом эти деньги были заработаны. Так вот, в моем случае это были чистые энергии, и они, когда возвращались, они с легкостью вернулись в двойник, и двойник как бы увеличился в разы. Своим друзьям еще раз как бы постарался ответить. Давно просили, кстати, тему денег поднять, как это выглядит, как это все возвращается. Да, это жизненная наша сила, от нее также зависит наша жизнь в материальном плане. Ну и другое видение. Почему сейчас на планете множество всевозможных таких, знаете, лжеорганизаций? Помните, я описывал истории, во время которых частично были переданы события моей собственной жизни о том, как я пребывал в одной из сект. И вот в одном из видений я оказался в такой вот секте, причем я-то в ней был лет 15 назад, но где-то, видимо, еще какие-то кармы остались недоработанные. Приблизительно в это время, уже это уже не видение, я купил себе кофту, да, и ну, она стоит определенную сумму денег. В видении я увидел, как будто бы я покупаю опять эту же самую кофту, да, только покупается она в два раза дороже. Передо мной стоял опять-таки бог Брахма, и я находился в этом монастыре, да, в котором я был до этого. Я уже говорил, что довольно много времени потратил на лжеорганизацию, из которой успешно сбежал. И когда я находился в видении в этой организации, напротив меня стоял бог Брахма, а я в то же самое время держал в руках эту кофту, бог Брахма, он всячески давал понять, что это благодаря его благословению и милости я смог купить эту кофту. И причем он почему-то, то есть я видел его еще и мысли, и он пытался мне преподнести эту кофту как великий дар небес. И как будто бы эта кофта там стоит непонятно каких баснословных денег, я не знаю, чуть ли не автомобиль какой-то. Понимаете, то есть какое-то такое искаженное восприятие, я на самом деле видел его мысли. Мне было не по себе от вот этого вот какого-то лицемерия, глупости, да, то есть, ну, я же прекрасно понимаю, что это обычная одежда, которая нужна всем. Зачем вот так вот пытаться мне донести, еще и всяческое воздействие оказывать на то, чтобы я поверил, что это какая-то чуть ли не дар небес и какое-то, знаете, благословение свыше, что я смог купить эту, извините, кофту. Да, то есть, ну, вообще ни о чем смысл от подобного воздействия, но так уж получается, что в моей жизни таких элементов было довольно много. И я родился в очень ущербной семье, у меня и родители были, ну, скажем так, не самые лучшие, ну, и вся семья такая же была. Я не буду рассказывать, я думаю, вам это не нужно, мне это не хочется повторять, это все неприятно. Но когда все эти события происходили, немножко, знаете,
И я прямо в видении начал начитывать гневную мантру, мантру Шринри Симхи. Это гневное воплощение аватара как бы бога на земле, да, то есть это традиционная индийская мантра. И мантра начала таким образом работать, что все то, что я видел, и вот этот вот монастырь, и сам Брахма, и та же самая кофта, которая была у меня в руках, в общем, все созерцаемое мною пространство, оно начало дрожать. Начало дрожать гневом некой духовной личности, да, знаете, как бы, кто изучал историю явления Шринри Симхи, те сталкивались с особой гневной энергией, которая была проявлена посредством этого аватара. И вот когда начинаешь начитывать мантру Шринри Симхи, эта энергия привлекается. И Нрисимха не любит какое-то, знаете, нечестие, ложь и так далее. И все то, что меня окружало, начало дрожать так сильно, что впоследствии та секта, в которой я находился, те здания, и все разрушилось, все превратилось в прах. А Брахма, увидев, что происходит, просто сбежал. Я видел, как он бросил все то, что он пытался воздействовать каким-то образом на меня. И я в буквальном смысле видел его улепетывающие пятки. То есть Брахма на самом деле, да, это возвышенное существо, это духовное существо, но он также во многом ошибается и также совершает падение, подобно всем нам, да, то есть мы также где-то заблуждаемся, но мы земные существа, а он все-таки один из высших трех божеств. И ну, вот такие вот события бывают в нашей жизни. Вот так проявилось это и у меня. Думаю, относительно самого бога Брахмы, предсказание относительно падения бога Брахмы, оно подтверждено. Его можно видеть. Учитывая то, что уровень энергии у него просел, он довольно часто может быть виден нами. Он также, как описан в ведических писаниях, седовласый, пожилой дедушка, среднего роста, с таким вот большим животиком, с какой-то типа короной на голове, любит сидеть на троне, в руках у него, естественно, посох, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть перемещается он на лебеде, это все можно видеть духовным зрением, опять-таки в силу наших возможностей. Для того, чтобы избавиться от его влияния, нужно, конечно, начитывать мантру, именно связанную с аватарами, да, то есть аватара Нрисимхи, аватара Кришны, Рамы, Варахи и так далее, и так далее. То есть все мантры, которые связаны с аватаром, они позволят выйти из-под его влияния и разрушить то влияние, возможно, которое было проявлено с его стороны. Учитывая то, что мы все здесь живем, Кали-Юга частично его творение, ну, соответственно, чтобы избавиться от этого влияния, нужно начитывать мантры именно аватаров. Но на сегодня, думаю, достаточно. Тема очень сложная. Для начала вполне достаточно. До новых встреч!